Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на очередной отборочной игре под номером 3, в которой встречаются такие игроки, как Медведь, он же Bear, и Notorious. Пару слов об игроках сразу. Загорные кланы играет у нас Bear, но он, соответственно, более известен в Дискорде по другим никнеймам, как Дед Максим, более привычно его так называть, да? Не был он нигде замечен на предыдущих турнирах, но активно начал тренироваться с ребятами из Дискорда именно к турниру моему по норвежской семге. И вот дорвался. Дорвался он, зарегистрировался, настроил стрим и готов побеждать. Ну, Notorious известен, наверное, вам по турниру Вайтера. Собственно, он тоже любитель поиграть за Империю. В очередной раз за Империю играет. И, соответственно, вылетел он очень в такой упорной довольно борьбе. В первой игре против Леоника, во второй против Дона Питона. И номинально такой, да, занял третье место, потому что по итогу Леоник выиграл турнир, а Дон Питон занял второе место. Вот. Ну что, я даю тогда игрокам отмашку на старт и будем потихоньку начинать. Ну, игроки между собой, по-моему, тоже играли. Потому что в целом тренироваться мало с кем есть. Комьюнити активное, наверное, игроков 5-10 в Дискорде. Ну, не считая геймрейнджера. Обновляем таймер сейчас. Пару слов о карте тогда, да? Пару слов о карте. Что я выключил. На этой карте играл я против Вайтера. Называется на открытие. Автор карты Ученик. В целом карта мне более-менее понравилась по развитию вообще действий геймплея, да. И, соответственно, Ученик ее делал с расчетом на то, что можно абсолютно любую расу пихнуть на эту карту, да, только поменять там события и все остальное. Как мы видим, Notorious взял себе лорда-мага, стартует за архимага. Очень много золота я добавил на старте. 1350 плюс 100, вот доход от столицы. Соответственно, можно купить себе любого героя, которого он захочет, и еще на здание останется. Вот он как раз задумался, хочет ли он покупать следопыта или нет. Напоминаю, что первые 7 ходов таймер у нас ориентировочно 7 минут. Вторая игровая неделя это 10 минут. И третья игровая неделя это, по-моему, 13 минут. Вот. Ну, тут реально и на жезловика еще на одного героя хватит. Поэтому сразу вылетает Архангел. На разведку. Ну и очень такой халявный город, который можно забирать прям сразу. Даже жезл не ставить. Ну, хватило бы мувпоинтов добежать до него. Там препятствия некоторые есть, но герой, следопыт, по-любому должен добежать. Ну или можно немножко зачилить, побить пока волка, там еще кого-нибудь, да. И уже более безопасно нападать. Пошел следопыт. О, и о чем я говорил тоже на прошлой трансляции, когда мы видели игру за Империю. Есть опция построить на первый ход тайный полигон, взять себе бойца ополчения. На второй ход строить здание для хилера. И, соответственно, потом еще добирать еще одного бойца ополчения или сквайра. И у тебя будет раскачиваться за счет одного здания и стрелок, и милишник.
Так, я смотрю, у нас какой-то зритель вообще не понимает, что происходит на экране. Это мод на реверской съемке, турнир по моду к Disciples 2 глобальному. Если интересно ознакомиться, то можно посмотреть обзоры на Ютубе, введя одноименное название мода, и залезть в описание, почитать. Там есть ссылка на сайт мода. Скачать, саму попробовать поиграть. Некоторые прогрузки идут у нотариуса, да? Неизвестно, это от меня зависит, не от меня. Может быть, и белорусский интернет шалит. Ну, будем смотреть по стриму еще медведя. Качество трансляции обоих игроков 720p. К сожалению, не у всех высокоскоростной интернет, который позволит стримить Full HD. Поэтому мы довольствуемся таким качеством, которое могут вытянуть игроки. По новым правилам разрешено воровать любой предмет из магазина стоимостью 1000 или меньше, поэтому можно присмотреть себе что-то и в лавке. Не забрал эликсиры со столицы, да, там тоже приличный запас банок. Вернулся. Ну, здесь уже действие полезное сделал Архимаг, поэтому ничего такого. Можно примерно пополам там разделить все эти эликсиры. Мало ли что. Парочки хватит, ну, на любое стартовое пробитие. Ну что ж, нотариусу уже пора поактивнее действовать. Таймер потихоньку заканчивается. Ну и думает, осилит ли он этот бой. У чародея 20 повреждений, 15 атака или 10 морозом. Он совершенно неприятный юнит. Главное, чтобы герой не миссовал. Самое основное. Надо предложить Ноториусу выключить анимации, чтобы поменьше затрачивать время на ход. Ну, когда он ход передаст, в целом зайду в Дискорд, это сообщу. До конца будет даже за ополченца. Так, Ноториус, добивайся и скипай ход, тут уже таймер пошел. Также я тебе предлагаю, Ноториус, выключить анимации, потому что довольно много времени уходит. Хорошо, я понял, хорошо. Понял. Делаем. Так, у меня только звук на колонке пошел, ну ладно. Что ж, следующий ходит медведь, Бир. Стартуется он за лорда воина. А, сейчас надо из Дискорда только выйти. Тимур, выключи Дискорд, пожалуйста. Да, не вышел я из Дискорда. Сейчас вышел.
стартует за Лорда Воина. Ну, я никакой информации тут не сообщил. Еще важный. Единственное, что сам мог нотариус там не досмотреть. Берет сразу же себе в отряд двух метателей топоров. Отступил героем, там 100 урона получил. Наверное, хочет за волка сразу как-то побольше экспы съесть. Одним метателем, да, ну это, конечно, прикольная идея, но сейчас гномы его красные-красные вообще. Также следом идет второй герой-разведчик. Воу-воу-воу, вообще не жалеет даже сразу банку на сотку. Но тут их полно, полным-полно, поэтому... Главное, чтобы с умом их расходовал. Ну, как мы видим, да, сразу же со столицы выходит и начинает проводить боевки. Если Наториус вылез жезловиком посмотреть, разведать обстановочку, то Бир у нас... сразу же в бой вступил. Хорошо забузил экспы в арбалетчиков будущих. Главное здание построить. Самое основное, что тут можно провтыкать. Лишний бой потом проводить совершенно неохота. Ну, смотрю, многие в последнее время стали играть без ветки баферов, без травницы. Я сам одобряю в целом такой геймплей, потому что не надо строить лишнюю ветку. Гораздо легче многие бои проходят. И соответственно, кстати, он не забрал подкачанных этих метателей. Напал свеженькими метателями и... Наверное, был это его план или не был. Ну, ему, по-моему, хватало в поинтов забрать метателей и здесь уже учить арбалетчиков. Ну, максимально оптимальное действие от обоих игроков по захвату городов. Но вот у товарища на горных кланах, у Бира, жезловик выходит из этого города. И, соответственно, чуть больше территории он увидит. Близлежащий, да, и возможно уже оба игрока играли на этой карте, поэтому знают, что здесь, на как здесь действовать. В целом все отборочные проходят на старых картах, поэтому каждый игрок в целом в равных условиях. Давайте обновим стрим тут. Большая задержка пошла. Да. Строит апгрейд сразу для бойца ополчения, не для хилера. Соответственно, в этот ход он хилера не апнет. В таком случае или надо добирать новых хилеров, если не хочет плюс получить, да, или он мог в целом пока подзабить на бойца ополчения. У него все-таки два хилера куплено. Возможно, стоило сразу апнуть именно хилеров. Но все-таки немножко подлагивает, да, у Наториуса именно. Надо сказать ему, чтобы в ОБС-ку зашел, наверное, немножко битрейт понизил. Ну и я смотрю тогда у нас в первый раз в этой игре именно на первом ходу немножко так приблизились к таймеру, 7 минут ушло. Ну, и потому что много золота, с одной стороны, да, и можно было несколько полезных действий сделать. Ну, и первый ход обычно дольше всего занимает, пока там сориентируешься, куда пойти, что сделать тебе. Небольшой план на игру составить.
пободрее. Без анимации все происходит. Ну, тоже не изобретает каких-то новинок. Два хила. Не стартует с лучником, чтобы сразу же там подкачивать его. Ну и тут максимально жадничает. Весь опыт хочет получать определенных юнитов. Да, вот у него появился стрелок, сагитар. 35 урона родных и 10 урона вот так называемой дополнительной атаки. Ожог, ну там типа ожога. Ну, это не дот именно, а как доп атака идет как плюс 10, считается и все. Удается ему сразу же в этот ход поставить еще и жезл. Медицинский трактат, хороший очень лут, 50 хп дает герою, 20% регена. Если играешь еще за архимага, то очень приятно плюс 50 здоровья получить, потому что в основном все играют через стрелков. Какую-то лишнюю атаку пережить, это очень многого стоит. Думает, хочет ли он темповать максимально, чтобы там отстроить здание, может еще какой-то отрядик, еще жезловика сделать, да? Но он магаза еще не нашел пока. А хотя не, магаз же под столицей, да? Он может в магаз продать сходу вещи свои, которые только нашел. Так, а у нас у гнома уже какое-то время вообще не видно игры. Так, Дед Максим, у тебя черный экран на стриме, а может немножко битрейт снизить или посмотреть, есть ли у тебя потери пакетов, что немножко у меня прерывается стрим. Проверьте, господа. Есть контакт. Идет нападение на темного эльфа Гаста. Один из самых вообще неприятных юнитов в игре. Накладывает длительный паралич. Заморозил вот героя. И сейчас на ровном месте можно потерять метателя топоров. Если вообще здесь не проиграть, да? Все от рандома зависит. Ну здесь, по идее, залитие двух баночек. Ой, рискнул сейчас довольно сильно, потому что мог промахнуться его инженер, и все, тогда бы уже пиши пропало. Но он реально на тоненького сыграл, очень на тоненького. Уже на второй ход. Такие страсти у нас происходят. Но жезловичок убежал в другую сторону, поэтому сейчас не успеет жезл поставить. И, соответственно, минус две банки большие. Увольняет метателей топоров. Плюс ко всему, то есть весь опыт, полученный за прошлые бои, ушел в молоко. В целом, здесь есть где докачаться еще раз. И, возможно, планирует двумя героями играть одновременно. Бир. Пока был черный экран у него на стриме, он там еще провел один бой, как мы видим, чуть правее вот замка. Арбалетчики есть у него на королевском страже.
Так, нажмем F5 здесь. Пошел небольшой дилей у нас между стримами. Непонятно, чего это зависит. Таймер надо считать от начала хода. Ученик хаоса, кстати, у нас. Архимаг. Ну, как-то долго, реально. Чуть ли не минута дилея. И все равно та же самая проблема осталась, да? А, ну вот мы видим, да, потери пакетов у него жесткие идут. Надо написать Notorious, чтобы он еще битрейт снижал. Там UBS у него полностью красный. Ну, оповестим его во время уже хода, соответственно, гнома. Досмотрим этот ход. Ну, почему-то проблемы начались именно во время игры, да? Потому что мы перед стримом еще проверяли, как все идет. Но, к сожалению, что-то идет не так уже именно во время игры. Пошел докач хиллера своего. Ну, здесь самое простое решение, очевидно, это оставить в живых эльфийского духа и спокойно выхилить отряд себе на фул. Тут вообще проблема у нас может быть в том, что начнет раньше ходить гном. Но если что, мы отмотаем на начало его хода и начнем тогда рассчитывать примерно. Жрец Эмир. На этом, на месте этого юнита был какой-то жирный юнит. Жрец Эмира Т5 вообще. Перегенератор интересно сработал здесь. Ну, сейчас пойдет установка жезла каждый ход, я так понимаю. Захватит все ресурсы возле своего города. Играет за лорда мага, ему, да, нужна мана. Желательно, конечно, еще поискать второй источник маны жизни. Здесь, конечно, хорошо бы забрать у следопыта часть армии, но, по-моему, в поинтов не хватит на все про все. Снежный волк довольно неприятный юнит, но за него порядочно опыта насыпает. Прилично. В идеале, да, чтобы один юнит впереди против него стоял, потому что двойная атака у него с заморозочкой. Ну и здесь добрал еще архимагу героя, то есть не героя, а лучника. То есть это еще одну ветку подстроить, видимо, придется. Кстати, успевает еще на один бой. Ну и надо, чтобы баночка была, потому что там прилично залетает урона дитя резни.
него дополнительная атака, крит-удар. Есть мана на изучение Т1 заклинания. Что же он выберет? Выбрал быстроту. Быстрота позволяет против нейтральных юнитов с инициативой 50 с большей вероятностью их обогнать, стать в блок до первого удара. Но третий ход, он каждый ход строил здание. По идее, у него как раз сейчас нету для лучника здания, и он, наверное, плюсик получит. Я не помню, сколько за дитя резни дают опыта, но вполне вероятно. Он убегает как раз лучником, чтобы ситуация не произошла. Сейчас мы должны увидеть апгрейд. Да, 35 опыта. Не хватило сквайру, к сожалению. Вот, но у него 5 минут. Действий больше нет. Так, а у гнома нас уже активно ходит. Давайте отмотаем на начало его хода. Да, он уже довольно давно ходит. Какой-то дилей вообще лютый пошел. Наториус, зайди, пожалуйста, в настройки стрима. Попробуй, может, поменять сервер или снизить битрейт где-нибудь до 2-2500. Потому что какие-то лютые прогрузки я видел у тебя там в моменте в OBS писало 50% потерю кадров. Тимур, можешь посмотреть, ну, поставить там заставку и это, проконсультировать? Тимур. Да, да, давай. Ну, сейчас так, ходит. Обещание. Еще беда в том, что у тебя какой-то лютый дилей идет. И у меня показывает, что действия где-то на 3 минуты отстают от действий, которые на карте. Пробуй перезапусти полностью стрим, как ходит оппонент. Там в настройках, если в настройки трансляции заходишь, есть выбор сервера. Попробуй его поменяй, и в выводе битрейт снизится, соответственно, до 2 или до 2500, смотря какой сейчас стоит. Беда, господа, беда. Главное, чтобы она пришла. Чтобы еще что-нибудь у меня не выскочило или еще что-то пошло не так. Продает так называемый мусор у нас гном, подрался с Энтом. Ну и установил на этот ход жезл, захватил ману смерти. Это в теории, если игра затянется, успеет накопиться мана, то возможно использование и победа за счет быстроты.
тут птица Рух разбирается со скальдами, да? Конечно, опыт потерян за одного скальда, но зато можно тут даже жезловиком подраться, убить его и спокойно поставить жезл. Ну, конечно, у Наториуса в этом плане пораньше начал добываться мана жизни. Появляется герой-маг. Ну, как раз он пользуется ситуацией, чтобы добить этого скальда, и жезловик, чтобы успел на следующий ход ставить жезл. Ну что ж, смотрим за Наториусом, как у него там дела. Попробуем отмотать. Ну вот, начинается его ход, ставлю паузу и запускаем таймер заново. Ну давай, только ты, YouTube, не души, пожалуйста. Хотя это он сворачивается сейчас, да? Самое главное в настройке стрима, чтобы не было потери пакетов. Остальное, даже если чуть картинка замылится, это мы переживем. Не хватает единички урона. Ну, Империи, в принципе, наплевать на это, тем более с таким отрядом сейчас можно будет выхилиться до конца на войне. Двадцать 28 опыта у Сквайра. Ну и пора, тут тоже идет отступление постоянное героям, да, и герой с такой вот тактикой, самый последний вообще из всего войска получает второй уровень. Вообще в целом, если сначала идешь отстраиваться, ой, вообще не заперло, ему единички опыта не хватило. Если идешь через строительство здания для бойца ополчения, то можно как раз в первые ходы позаливать опыт в героя, чтобы вот не было там ситуации какой-то с плюсом. Ну, освобождает третий источник. Ну, пока у нас первые ходов 5-6 будет как раз освобождение этих источников. Главное получить побыстрее Т2 отряд. Руины, кстати, никто не забирал. Вроде бы, да, я мог пропустить за действие гнома, но вот у Империи так точно и верхние руины не тронуты. Там тоже золото немножко можно получить, предмет. На этой карте игроки тоже там не ролили ничего, просто мне сообщили, что мы играем за такие-то расы. Пока находятся такие карты, где можно поменять расу, то игроков свободный выбор. Ну и ситуация тоже, да, можно выбрать расу, если оппонент там, например, выбрал Империю первый, да, то ты можешь как-то подстроиться, посмотреть, чем ты Империю можешь переехать, например. Но
Нападает. Разжигатель. Ой-ой-ой, промахивается лучник. Сейчас пойдет 15 урона с разбросом 5 и 15 дота. Погибает жрец, не закинул у него банку, да? Пожалел. Ну и некоторые потери у империи. А, ну вот видите, он только сейчас, типа, отписал в чат. Это у нас реально, походу, задержка 5 минут. Ну, посмотрим, догоним, не догоним. Действия игроков. Подлетел чуть выше. Ну, здесь в целом можно не считать так мувпоинты до клеточки, потому что следующий ход ты все равно жезл идешь ставить. Успеваешь долететь 100%. Так, здесь мы... Мотаем вот до сюда. Четвертый день. Таймер включить. Захватил на четвертый день источник маны рун. Здесь стартового источника ни золота, ни маны нет. Вот как раз ты продвигаешься вперед, их захватываешь первыми. Да, гном тоже руины не забирал. Возможно, как раз сейчас этим займется. Сундучок не подбирает. Я не знаю, считал ли он клеточки во время хода оппонента. Дойдет ли он королевским стражам, чтобы еще один бой провести. Сфера потока, 50 урона... водой вроде бы. Ну, как мы можем заметить, сколько бы золота не было в начале, уже все активно потрачено. Три героя у гнома. И уже пошла продажа предметов. Ну, на гноме стоит взять, если... Я вот не помню, военачальнику дается на втором уровне тайное знание или нет. Стоит взять знание реликвий, тайное знание, и взять медицинский трактат. Он дает еще 20% регенерации, а на гноме, то есть еще на королевском страже, то есть ты получал урона, и между ходами ты будешь половину здоровья себя восстанавливать. Это очень приятно. Но еще небольшая такая проблема в том, чтобы гномы накопили на быстроту, это то, что в основном они еще ману тратят на разведочку, там на какой-нибудь ледяной щит, на силу Витара скастовать. Если ты быстро не нашел второй источник маны, то просто у тебя будет там, допустим, ну, накопится 600 маны смерти на изучение каст-заклинания, но маны рун не будет хватать. Поэтому это тоже надо как-то, может, держать в голове, если... В конце концов, ты хочешь накопить на это заклинание, тебе надо подзабить на разведку и как-то справляться в боевках вообще без магии. Здесь будет заливать весь опыт в героя, плюс 100. К королевскому стражу тяжелее всего до второго уровня дойти, 225 опыта надо. Тут даже, что он в соло остается с этими двумя юнитами. Не дала ему уровня. Этот герой может в руины сходить. Но без разведки полезет, не полезет, тоже вопрос интересный. Зависит от того, реально играли ли игроки на этой карте. Ну, если не промахнется, то есть шанс добить, да. Выживает гном. Ксир защиты получает. Скипает ход. Довольно быстро все, 3.30.
А здесь у нас уже активная тоже игра идет. Давайте отматывать назад. Где-то здесь. Ну, минута 30, да? Около того у нас. Попрошу каких-либо экспертов, кто шарит за мод Семги и за правила, что почему как работает, проконсультировать новичков из чата, чтобы не отвлекаться. Не объяснять людям, как устанавливать игру. Ученик хаоса не успевает в руины. И посмотрите, как подешевело заклинание исцеления. Изучение 75 стоит. Последнее нововведение мода норвежской семги. Также в моде есть такие, можно сказать, нейтральные заклинания, которые хилят на 40 и немного маны тоже требуют, там меньше 200 можно добавить через редактор. Например, расам без хилеров то может довольно неплохо помочь. Но если вспоминать игроков, которые именно раскачивали героев, а не армию свою в первую очередь, то это сразу же Вайнот приходит в голову, который у нас отмечался в чате сегодня. Самый скандальный Вайнот. Он в основном свою стратегию строил от того, что максимально в первые ходы именно героя залить экспы, чтобы третий уровень побыстрее получить. Получить лидерство заветное. За империю в целом этим можно заняться, да, и надо смотреть по карте, он на наполнение нейтралов, есть ли вообще возможность потом с более слабой армией проводить бои. Но когда ты получаешь лидерство, у тебя всегда появляется возможность играть через каких-то мясных юнитов. Дополнительно, допустим, у империи мясной сквайр появится, да, и он будет получать этот лишний урон, пока основная армия будет качаться. Ну, тут лепота для империи. Есть отряды с хилерами, есть отряды с юнитами, которые наносят мизерное количество урона. Пользуется этим Наториус. И нашел ботинки. Ботинки, которые дают 10% брони. Это позволит при желании в каких-то ситуациях героям встать вперед, чтобы не получить какой-то лишний урон своими стрелками более раскачанными, да? Но в целом от этого можно какую-то небольшую стратегию придумать. Есть у нас в чате, по крайней мере не у меня, у Вайтера был в чате такой человек, Андрей, по-моему, то ли Тарханов, то ли какой-то другой Андрей, в общем, Андрей, да?
и он проповедовал игру вообще без милишников, и то, что все должны играть именно так, и это вообще самое-самое лучшее, что есть. За империю тоже. Ну, пока у Наториуса все стабилизировалось, это не может не радовать. Ну, сейчас потихоньку свой стартовый остров игроки зачистят. И пора бы перемещаться, уже проводить разведку дальше. Смотреть, что дальше ждет. Потому что разведка здесь тоже очень полезная штука. Потому что ты, вот допустим, Империя уже чуть-чуть дальше пролетела, увидела то, что там есть город. Город, который тоже не супер сильно охраняется. Который тоже захватываешь и уже играешь, сидя в том замке. Карманница, для тех, кто не знает, что это вообще за юнит, это нейтральный такой алхимик. С инициативой, по-моему, 60 она ходит. Но за счет того, что она настолько высокоинициативная, она накладывает на юнита, которого бафает дополнительная атака, и минус точность. Ну, если как-то сами будете играть, то имейте это в виду. Ну, как я вижу игру через имперскую эту ветку, да, то можно в целом сыграть и просто заполнив отряд стрелками, там стрелки реально жирные, Ардет, Игнар, по-моему, у Игнара то ли 170 здоровья, то ли сколько на своем Т4, для стрелка это внушительные цифры. Ну, можно еще для просто танкования каких-то таких ситуаций щепетильных подкачивать и танка. Хотя, в целом, вот та веточка, которая качается вместе с этим лучником, не самая предпочтительная ветка милишников у Империи. Возможно, даже одна из самых слабых, но, по-моему, так и должно быть, чтобы ты не строил одну ветку, да, и у тебя был вообще топовый топ. Из возможных. Ну и сразу, да, можем замечать то, что если по первым играм, двум отборочным, игроки практически не пользовались отступлениями, здесь уже ребята более такие прошаренные, которые следят за активными PvP играми, стримами. За турниром тоже явно следили. И наработки Вайтера продолжают активно использоваться по мете отступлений. Одна из целей этой карты — это разрушение столицы. Для этого, по словам ученика, есть ресурсы. Только надо их на карте найти, соответственно. Страж здесь не ослабленный, поэтому это тоже может быть такой довольно сложной задачей. Или более такая PvP-темка — это захватить 6 городов. 6 городов, которые находятся по центру карты. Вот уже оба игрока по одному из этих городов увидели. Ну вот, постепенно догоняем стримы. Вот там просинхрон минутка где-то, но там ничего страшного.
Посмотрим, как будет Наториус использовать вора. Обычно, если ты вора отправляешь на разведку, да, то ты лишаешь себя каких-то этих полезных действий вора в локальных боевках возле своего основного героя. Просто как твое мясо бежит вперед, там подбирает какие-то сундуки. И прямые свои такие функции по отмене приказов, отравлению и так далее не делает. Ну и если есть золото, конечно, это можно себе еще одного вора просто купить. Ну империи, скорее всего, придется или еще одного же зловика, наверное, делать и вперед отправлять, чтобы разведывать обстановочку, да? Взгляд Сивилы, наверное, навряд ли кто-то изучать будет, хотя там, наверное, свитки на карте валяются, что можно закинуть куда-то рандомно и потом уже даже не пожалеть доспеха забросить. Посмотреть, что на карте, где оппонент. Ну, Наториус у нас открыл табличку с захваченной территорией. Примерно можно отслеживать, продвинулся ли дальше тебя оппонент. Там, если начинает опережать тебя где-нибудь на 2-3% уже, то можно сделать вывод о том, что он лишний какой-то замок забрал. В этом бою повезло Наториусу, по-моему, у Архонта тоже 45 инициатива. Лучник Сагитар обогнал его, и тут урона лишнего не залетело. Может, скорость его стрима на 1.5 поставить? Нет, так мы ж на минуту отстаем, и если поставим скорость, то потом будем следующий стрим уже ждать, пока он начнется. Ну, полноценно какого-то разнообразие на турнире всех веток Сёмги мы не увидим, потому что карты не располагают такому геймплею длинному. Там выйти, например, на империи в паладинов, там в фанатиков этих новых, кастелянов, кару императора тужину. Это игра в целом гораздо-гораздо раньше должна будет заканчиваться. Ну, сейчас я просматривал имеющиеся карты, там в целом в основном этапе можно будет будет у игроков выбор там, или активничать и идти как-то, например, в центр карты, да, или бороться просто в прокачку и убегать от своего оппонента. Ну, поживем и видим. Интересно посмотреть, что фавориты турнира нам покажут. Может, какие-то есть домашние заготовочки. Лучник с плюсиком. Но ему есть еще резон сделать себе и воздушного лучника. Но ассасин тоже хорош. Ассасин один из самых приятных в игре лучников-стрелков. Еще один же зловик у Наториуса появляется. Ну, сейчас двух отправить в разные стороны, да, и как раз таки разведочка пройдет довольно успешно. А, ну тут оба стрима немножко отстают. Давайте реально попробуем ускорим, чтобы догнать. Вроде все у них выровнялось. Мы будем видеть противостояние, скорее всего, стрелков ордетов против сотрясателей или защитников горна.
Ну и тот вариант в целом будет работать. Но, наверное, сотрясатели поприятнее будут против нейтралов, потому что криты работают против всех, а разрушение брони на каких-то определенных бойцов. Но будет прикольно увидеть, в конце концов, файт, если несколько отрядов, даже один, там, допустим, Т3 будет, а еще вот у Бира, допустим, будет два отряда со стрелками. Потом их в какой-то момент просто соединить и такой всей толпой двигаться в сторону Империи. Здесь вообще уже... А, по-моему, он взял, да, тайное знание себе, у героя 265 хп стало. Взял он в руки медицинский трактат, да. Видел я иконочку с книжкой. И это на самом деле ему вот под этот бой, под эту стратегию с тремя лучниками немножко руки развязывает, потому что герой постоянно получает урон, и за счет этого медицинского трактата он просто каждый ход... Считайте, выпивает банку на 100. Очень приятно. Возвращаемся сюда. Здесь у нас пауза. Увеличиваем скорость. Обновляем таймер и поехали. Наконец-то второй уровень. Тоже берет тайное знание. И у героя становится 150 здоровья. Ну, сейчас у героя, да, книжка на 50 хп и еще есть сапоги, которые на 10 армора. Поэтому реально может какое-то перестроение билда в то, чтобы просто все лучники были в отряде, и герой там подтанковывал. Тоже делает выбор. Ноториус, да, все-таки выбрал ветку стрелков, которые бьют оружием. Но в пользу Империи против сотрясателей условных, да, если пройдет успешная разведка, то что именно сотрясатели, то приоритетной задачей для Империи будет изучение заклинания защиты от магии Земли. Просто по каждому юниту из твоего отряда минус удар. Целый удар. Если ты еще и первый нападешь, то у тебя заявное преимущество будет. Кентавр-латник, кентавр-копейщик и ведунья. Ведунья — это шаманка на минималках. В целом такой маг не самый приятный. 40 урона, 90 здоровья, 30 инициатива. Но лучше ее, конечно, убивать до того момента, когда она походит. Как раз, наверное, приценивается к этому Ноториус. Чтобы хватило урона ее убить. Он играет еще за лорда-мага. Если захочет, может силу, наверное, изучить. Но это кентавр-копейщик, это фракционный. Кентавр эльфийский. Не кентавр-фалангист, у которого инициатива высокая и урон большой, да? Он тоже... Ой-ой-ой, единичка остается. Ну, в мили-зоне урона мало, поэтому все, жрец восстановит здоровье. Плюс он ночует в замке, тут можно не до конца отхил делать. Часть здоровья восстановится благодаря городу.
мне все-таки будет до конца упарываться в это. Его право, его право. Да, мы догнали стрим, и у него все-таки подгрузочки небольшие остались. Поэтому можно, наверное, все-таки оставить. Хотя, я не знаю, это от потери пакетов зависит или нет. Здесь у него алмаз, ржавые кандалы, которые позволят при первом нападении гнома ему сбежать. Если он, конечно, возьмет знание артефактов в последующем. Здесь так еще лес расположен, что... Ну хотя, по-моему, сверху есть клеточка, где можно жезл аккуратно поставить и захватить сразу. Но игроку виднее ситуации. Ну снизу довольно долго будет преобразовываться земля. Если знать, как идет распространение земли от жезла, вот можете даже видеть на стриме, земля начала вниз распространяться, и лучше ставить жезл сверху от рудника. Ну, возможно, мувпоинтов ему там типа не хватало. Он решил, что не будет этим заниматься. Ставить снизу. Ну и в свою очередь гному тоже надо присматриваться к городу. Ну, как только игроки получат свои Т3 отряды, игра ускорится в разы, я думаю. Здесь даже не идет королевским стражам. Берет мясного гнома, пробивает его ученым. Сигаш — это низкоинициативный орк, то есть, возможно, идея Сёмги была в том, чтобы этого орка выставлять как раз против гномов, что гномы как раз страдают даже от орков, играя с ними в инициативу. Минус 200, вор погиб. Ну, главное взять эликсиры перед нападением. Орк-палач — это, по-моему, тоже или орк-вампир, или низкоинициативный орк-богатур. Ну, у гномов нету такой возможности отхила по империи. Конечно, один раз травануть бы очень хотелось. Там же еще ситуация, что гоблин Громыхун кидает замедление на отряд, и если ты провтыкал, то лишнего урона не получаешь. Не стал в блок лишний раз и так далее. Вот он как раз королевским стражем блок становится. Замедление сработало. Но благо второй раз не походил гоблин Громыхун. Да, это орк-палач, это орк-вампир. Особого смысла нету бить королевским стражем, потому что он будет лайфстилиться. Броню уже всю сломал. Ну, лучники здесь достреляют, тут всего хватает. Главное, чтобы вот таких промахов неприятных не было.
и уже задумывается об отступлении. Наверное, Вайтер ликует, где-то сидит. Себя дома покуривает кальянчик, да? То, что заливают игроки максимально экспу. Все по его чертежам. Знамя защиты. Ну и выбор станет для гнома брать знаменосца на третьем уровне ради 10 армора перманентных, или все-таки на четвертый уровень уже подождать, приберечь это знамя. Тут неприятная ситуация, если будут промахи по разведчикам. Вот я накаркал, промах сразу произошел. Получает второй уровень Дроктульф. Ну и захватить еще ману лесного эликсира не помешало бы. Также рядом найден лагерь наемников. И халява найдена. Огр. Огр, которого очень приятно можно забрать с мясным гномом. В целом, если у него вот даже у ученого не будет полноценного Т2 отряда, можно его собрать будет из наемников, если будут деньги, соответственно. У нас заканчивается первая игровая неделя. Так, для себя я помечаю то, что таймер у нас увеличивается до десяточки минут. Примерно закидывает истинное зрение и находит ману лесного эликсира, захваченную империей. Увидел женщину на опыте. И сейчас надо максимально пролететь, открыть карту, чтобы... пролететь, открыть карту, да, и слить птицу, чтобы не заставили шпиона уже в ответочку к тебе. Также манит его сундук. Ой, и как же хорошо он тут еще сюда угадал, напал. Ну и здесь по правилам, если нет пробития, то отступает атакующая сторона. Кстати, есть шанс пробить 50 урона максимально, если залетит. Наверное, этот момент и ждет. Тем временем таймер у него израсходовался. Ну, не заперло 50 урона. Не заперло. Ну, благо, не стал тут до конца еще душить 3 минуты. Все сделал, как написано в правилах. Отступающая сторона, нападающая в этой ситуации. Есть шпион. Тут птицей тоже можно было бы воспользоваться, если бы у кого-то в отряде, там, допустим, не хватало бы единички опыта. Условной, да? Капельки опыта, чтобы докачать себе юнита. Но и билд свой тоже палить, наверное, не очень хочется. Но тут в целом Бир может и дальше птиц посылать просто. И шпион уже заслан, уже без разницы, да?
просто банально лететь за героем, которого видишь, и найти его и напасть. Лезет на траппера. Вот, траппер со своими критами. Парень-то опасный, да? Еще и промах залетает. И раньше времени пострелял своим героем, да? И сейчас жрец у нас, если траппер по нему попадет, умрет. Ну или да, он пишет о том, что на инициативу надеется. Ну, в этой ситуации тогда бы не помешало явно заклинание быстрота, чтобы на Верочку. Чтобы на Верочку выживать. В этот раз не так повезло. Но надо добивать траппера и потом уже тогда большую банку заливать оруженосца. Сейчас как раз максимально эффективно ее можно закинуть. Дальше уже дело техники. Осталось 150 опыта стрелку, сагитару до следующего своего уровня. Ну, тут эликсиры по факту и не тратятся особо, да. Он может тоже как-то воспользоваться схемами по продаже банок ради максимального темпа. Ну, неужели ты будешь еще и за кентавра максимально вливать в сагитара? Сейчас увидим. Не стал. Ну, и если он хочет бежать следопытом наверх для захвата города, придется, конечно, потратить приличное количество мувпоинтов, потому что по воде сделать проблематично. В идеале, конечно, чтобы это захватывал второй герой. Возможно, даже подвести вора, чтобы более безопасно получилось это сделать. Ну и если сравнивать с прошлой игрой, да, то игроки не так аркадно, как там один из зрителей в чате выразился, играют. Не просто там скипают ходы, стараются максимум выжить из ситуации. Торг-вампир. Восстанавливать по 13 здоровья. Получает 48. Есть возможность захватить ману преисподней. Тут с каждой стороны есть башни магии, в которых можно некоторые заклинания получить. И же зловика используют не по основному назначению, летит просто продать драгоценности. Хотя на следующий ход ему хватает для строительства здания, но он решает подводить воров. Не летит дальше на разведку.
И из-за того, что играет военачальником Бир, есть возможность выбрать перк как инструктор. Возможно, многие игроки основного этапа турнира будут брать именно военачальника ради вот этого именно перка исключительно, чтобы как можно быстрее апаться. Также напомню, что у военачальника лидерство появляется на один уровень раньше, то есть на пятый, второе лидерство. Соответственно, можно фулл отряд собрать уже на пятом уровне, а в конце концов, при прочих равных, даже один юнит в этой финальной битве очень многое решает. Приветствую всех, кто только присоединился. Ну и горят глаза при виде огра. И такой момент, он захочет ли брать мясного гнома, или все-таки просто пойдет на в атаку, на рожон с королевским стражем. Ну, купил гнома, да. Ну, птица сейчас идет такая, больше чтобы понять, куда идти, ему да, дальше по карте двигаться, построить маршрут. И тоже такой интересный момент, будут ли пользоваться игроки тренировочными лагерями. Потому что что Мотлин, что Семга вроде частично формулы поменяли подсчеты, и какие-то юниты очень дешево тренируются. То 5 урона. Ну, здесь бы, конечно, маленькая баночка бы хорошо зашла. Не жалеет большую по итогу. Значит, хочет гнома этого подкачать или... А, хочет его еще оставить чуть-чуть в живых, чтобы... Или в героя залить экспу. Героя заливает. Или в лучников. Да, очень приятно. Особенно еще на королевском страже побыстрее третий уровень получить. Королевский страж не взял инструктора. Соответственно, ему помедленнее придется набирать опыт. Но зато есть медицинский трактат, который позволяет экономить на банках. Сообщает Семга, что и он добавил все по 1 золото, 1 опыта. То есть, если у вас будет лишняя тыщенка, то вы можете, в принципе, забустить какого-то одного из своих юнитов до... Или, ну, или нескольких юнитов с Т2 до Т3, или, например, одного до Т4. И последний раз я видел это в игре Мотлина на своем моде. Как раз карту под эту тему сделал, то что больше не прокачиваться надо, а захватить как можно больше источников золота и просто через тренера раскачать себе отряд. Потому что... Ну и на самом деле, возможно, многие игроки не будут пользоваться этой фишкой, потому что это банально непривычно. В оригинале, к сожалению, тренировочный лагерь — это мусорка, которая просто как объект такой декоративный на карте, потому что, ну, единственное, что можно выкачать в нем, это адекватно с Т1, Т2 в юнита. Дешево, да? Или там в героя можно чуть-чуть закинуть, а все остальное — это... Вообще не актуально, и, по-моему, сколько не было тренировочных лагерей за 2 турнира, плюс еще Вайтера, они просто стояли на карте без дела.
Хотя не за всеми играми подробно следил, но, по крайней мере, за большинство игр, наверное, можно так сказать. Ну вот, у гнома вся мана уходит. Тут бы мореплавание, конечно, замечательно зашло, чтобы поставить жезл. Обидно, что не хватает одной клетки именно. Но здесь даже в моде Семги мана или снова эликсира нужна. Всем расам уже добавил новые заклинания на первый и второй уровень, которые позволяют использовать, соответственно, источник маны эльфов. А по-другому, если располагаешь на карте источник маны эльфов, то тебе надо добавлять тогда и заклинания, соответственно, эльфийские в какую-нибудь из башен магии, чтобы просто не копился. Ну вот, допустим, есть стая. Заклинания практически идентичные в лавках у игроков. Они первого-второго уровня. Их, конечно, воровать не самая лучшая затея. Потому что заклинания первого-второго уровня там стоят, ну, первого уровня 200 золота, и вор 200 золота стоит. У вора шанс 55%. Наториусу больше везет с отравлением города. Ну и более внушительные у него показатели по накопленной мане. Но основная проблема — это гоблин Громыхун в том отряде. Ну, по идее, с лихвой хватает пережить его даже две атаки. Поэтому нападение — самое оптимальное, наверное, сейчас действие будет. Перестраховывается, берет большой эликсир в руку. Неприятные промахи от мага. Все-таки Громыхун два раза подзалил. Будет обузить до конца, я так понимаю. Когда Т3 хил появится, быстрее это действие проходить будет. Он хилит 34, а орк бьет на 29. Он промазал немножко. Задачу упростил. Вступает героем. Это же 32 иногда у него урон залетает. Поэтому тут отхилишься с большего только на промахах орка. Ну, не самое приятное такое, да, не самое интересное зрелище для просмотра. И тут знамя защиты. Наверное, снова будет как-то передавать по цепочке драгоценности, чтобы продать их в лавку. Тут даже рунный камень летит продавать. Не будет брать он, значит, знания артефактов. И, возможно, ну, я не знаю, будет ли он кандалы сейвить на случай встречи с оппонентом. Ну, судя по тому, как он набирает активно опыт, скорее всего, он будет все продавать, чтобы банально раньше получить своих юнитов. И самому уже первому атаковать гнома. Фурия тоже не самый простой юнит.
У нее атака воздухом, инициатива 50, по-моему, урон 60 и возможность оглушения. То есть паралича. Вот с первого раза сработало. Ну и захочет, соответственно, наверное, убить сначала Фурию. Чтобы хорошо захилиться до конца. Ну, эльфийской хилки нет, двойной атаки, поэтому вот он распределяет урон. Чтобы она тоже тратила действие, ну, чтобы себя подхилить. Никуда не отступает в этот раз. Ну, хилер отстает пока по XP этот. Все пойдет в Сагитара. Тут главное тоже не заиграться в этой ситуации, чтобы ты там не отступил до такой степени, что у тебя не хватает урона пробить хилера нейтрального. Если захватил этот город, верхний тоже, да, то сейчас доход становится 250 золотых монет. Можно в ближайшие 2 дня построить себе 2 здания. Краешком видит, то есть в тумане войны магазин. Краешек магазина. Тут его охраняет волк. Не помню, как здесь магаз расположен. Можно ли у него зайти без боя или нельзя. В целом можно даже пробежаться, убить этого духа волка или кто там. Или гарм. Не, дух волка поопаснее. Против духа волка желательно бы вообще защиту от воздуха кастовать. Еще один герой появляется. За МЧС. Ноториус за МЧС, если что. Ну, главное это то, чтобы хватило на все денег. Он сейчас строит еще одного героя. Наверное, хочет какие-то лишние бои проводить именно им. Ну, потратил голду. Денег на здание может и не хватить. Даже экспу тут не хочет получать эту мизерную следопытом. Ну, еще один бой. Такой минимальный надо проводить. Вроде есть где. Он еще снизу, кстати, мешочек не подобрал. Лежит возле гор. Вор чекает башню магии. 55% шанс. Сила Витара, молния. По-моему, Ноториус — это тот игрок, который перекрещивался, прежде чем как воровать что-то, да? В этот раз он не перекрестился. Минус 200. А, ну вот. Вот он и напоминает про свою эту особенность. Пашня циклопа в скобочках черного тролля. Ну, это такая ловушечка от перегенератора карт. Нападешь, думаешь увидеть там соло циклопа, да, а тут тролль, затроллен игрок. Грымыхун реально один из таких неприятных зеленокожих самых. Вообще, в целом, маги зеленокожих в моде семги — это жгун, старейшина, грымыхун, хилер, шаманчик. Все они обычно доставляют неприятностей
что жирные маги такие, да? Их неприятно разваливать. И долго. Буду использовать отравление, да, 76%. У нас 9-й ход, карта. Не сказать, что прям открыта. Супер сильно. Мы можем увидеть в каком-то из отрядов, которые где-нибудь на краю стоят, какой-нибудь overlevel, наверное, один. Может быть, накопится за это время. Тут еще и немножечко настреливает гоблин-лучник. Ну, благо, без промахов. Все у гнома получается. Гнома надо тоже подзадуматься о том, что надо подкопить ману еще мало того, что на быстроту, так и на мореплавание. Потому что без мореплавания в ПВП догнать, как-то напасть с какого-то приличного расстояния будет проблематично. Здесь тоже отступления пошли. Ну, за колтуна тут копейки дают. Он даже эти копеечки считает. Кастая связка. Призыв гоблинов на все поле боя. Тоже, ну это в этой ситуации поможет скорее побочным героям. Ну и на основном тоже может использовать. Если какие-нибудь нейтралы будут стоять, которые там, например, жирные. И там две атаки можно будет на гоблинов спровоцировать. Тут, наверное, Дроган полетит. Полетит, побежит в замок, чтобы подхилиться. Хотя ему не хватает мувпоинтов. Ну хотя бы на снегу стоит, передал армию на снег. Дрогтульф у нас нашел лютню. Есть тайное знание у королевского стража, поэтому в целом можно или купить наемников при желании со скидкой 25%, или закупиться заклинаниями, чтобы не играть в рандомы с воровством. Ну, уже могу сказать, что, скорее всего, это будет пока что самая длинная игра в отборочных. Также талисман Наяды находит. Наяда — это хилочка. То есть можно призвать себе хилера в отряд. Восстанавливать здоровье, более эффективно проводить бои. Дважды она хилит, по-моему, по 20. Нашел город, который тоже... не охраняется практически. Может спокойно забирать его вот этот инженер, который в воде сейчас. Здесь охраняет башню Энд, которого можно просто задуэлить, отогнать его в сторону. Ну и там слева будет клеточка для того, чтобы своровать или еще что-то сделать. Не вылазит из воды Бертин, да, чтобы на земле установить жезл и стать куда-то ближе к центру карты, допустим, или к дальнейшему маршруту. Но пока все идет к тому, что даже знамя будет брать Империя. Артефакт один продан, но знамя пока лежит. Здесь еще карта так, да, спроектирована, что между этими двумя городами, Т3, куча воды. Если ты хочешь как-то через один маршрут играть,
сначала, ну, всеми войсками идти в одну сторону, то потом вернуться, чтобы захватить этот город, гораздо проблематичнее. Там надо потратить там, 2 хода, просто чтобы доплыть до него. А вот здесь в сторонке побочный герой справился успешно с захватом города. Получил здесь источник золота дополнительный. Идет дальше. И, скорее всего, будет 2 полноценных Т3 отряда у Империи. На каждом из фронтов атаки. Но потом можно встретиться этими 2 отрядами, да, сделать такой один более сильный, допустим, забрать ассасина у этого архимага. Скорее всего, это даже самое рациональное действие будет. Если уже дойдет дело до столкновения. Ну и Сигаш пробивает. Ну, хила очень мало заходит. Мы уже видели бой с Сигашем. Там по 3, по 2 единицы. Только если на миссах нормально, адекватно подхилиться можно. Будет, наверное, ждать этого мисса. Ну, хотя бы одного. Дождаться можно. Ну и сами видите, сколько времени экономится. Просто на том, что выключена анимация. В стандартной анимации это бы занимало гораздо больше времени. Еще не чекал с этой стороны. А нет, чекал, он же вора в прошлый ход слил. Чекал он ассортимент башни. Ну и здесь у него реально куча драгоценностей, которые хотелось бы продать. Он еще один магазин видит. Крышу магазина. Еще там стоит, вот, как мы можем заметить, довольно сладкий дракон смерти. Но Империи через такой билд его потяжелее, конечно, забирать. Можно, конечно, упороться и сделать мясного героя, чтобы его убить. Но для гномов дракон смерти выглядит гораздо более сладкой и легкой добычей. Нижние руины не проверял пока. Есть баночка защиты от оружия, которая тоже может зайти на какой-то из боев, возможно, даже для захвата Т4 города. Да, ну здесь тоже жезловичка бегает с этим несчастным хиллером первого уровня со служкой. И в целом можно даже упороться так. Ну, Бир знает то, что это жезловичка с таким составом отряда, там вызвать птицу рух, забафать ее силой аватара и уже добить стопроцентно. Ну, не добить, если не жезловика, да, то именно хиллера. Ну, тоже такая прохладная история. Парваться, чтобы стратить 100 маны, навряд ли захочет. Он все-таки не леоник. Вот и баночка защиты от магии воздуха пригодилась. Выживает жрец благодаря этому. Ну и за духа волка приличное количество экспы насыпает. Очень такой жирный юнит. И задумывается Наториус, строил ли он здание. Я тоже не обращал внимания. Но вроде бы деньги он потратил на героя. Все, которые у него были. До этого
в интерфейс столицы не заходил. Отступил. Значит, все-таки не строил. Ну, тут за две псины кропали опыта. Ну, не хочет даже их есть. Нечаянно атаковал, не захилился из этого на фул. Да, нет у него здания. 94 опыта. Но сейчас как раз он освободил проход и продаст все это награбленное. Сферу яда тоже будет продавать. Вот. Арсенал. Есть. Но здесь бы... О, отряд интересный получился. Наяда хилит. Морской змей наваливает. Вот, кстати, морского змея можно пробовать забрать с помощью той баночки на защиту от оружия. Вот в этот отряд, если он основной на данный момент, для этого отряда надо в следующий ход строить здание для хилера. Трою охраняет экзекутор, карманница, буреалис и чародей. Карманница может очень много шороху навести в этом бою. Вот интересно даже, кому она будет давать дополнительную атаку. Много времени на размышления уходит у Анториуса уже. 7.40. Не походил уже зловик. Ну, можно по пути он подлететь. А, он тоже тут до сих пор ману преисподней не захватывал. Можно подлететь там сундуки подбирать. Ну, непонятно, что он не скипает ход. Уже все действия, возможно, и сделал. Так, здесь еще отстаем. Давайте обновим трансляцию. Не забрал драгоценности из города. Наверное, немножечко жалеет об этом. Джон Траволта, давай как-то вне турнирной игры пообщаемся на эту тему. Так, Джордж просит ссылки. Сейчас ему скопируем. Три вора у гнома. Полезет на тролля. Вот здесь как раз клыкастая связка. Не забыл ли он про нее? Она бы очень хорошо заехала. Троктульф тоже, я смотрю, не спешит захватывать верхний замок. Это, ну, на данный момент уже, по-моему, сколько, два хода не добывается золото с него, если сравнивать с империей. Агент, крестьянин и гоблин. Прям как будто какая-то группа людей из моего дискорда. Дважды бьет с ослаблением. Во, кстати, у лучников дважды максимальный урон вылетел. Он же не бафал себе атаку. Лишние выстрелы не потратил. Промахи. Ой, ну что ж такое?
Ну, банку можно не пить здесь, он еще одну атаку точно выдерживает. Главное в инициативе там минус 5 не проиграть, и отлично. Отлично, банку не тратил, и хил. Остается за ним третий уровень. Баночка на 10% повреждений постоянная. Интересно, кому даст. Ну, по идее, надо давать, наверное, герою. Хотя не, какому герою? По идее, если он будет выходить с отрицателей, то какому-то одному из отрицателей или стрелков. Герои в финальной боевке с большой очень вероятностью будут просто в блоке стоять. Удачно своровал. Ну, это такие микрозаклинания. Ученик сам здесь размещал более такие жесткие заклинания. Там и Энта, по-моему, Т1 или Т2 размещал. Я здесь такие более безобидные положил. Думает. Ну, одно заклинание своровал, окупился. Вор отчасти, да, но... Мог больше в целом в дальнейшем по карте действий полезных сделать. То, что просто своровать заклинание. Карающий клинок тоже. Нужно с ним быть осторожным. Ты не просто вор. Дроган направляется все-таки к магазину. Унес клыкастую связку, но если он планирует в ближайшие два хода захватывать тот Т4 город... О, клыкастую связку, наверное, зря он уносит. Ну, плюс надо еще довести одного юнита королевскому стражу. Если он использует отравление уже. Ой, а тут... Тут героя убьют? Или нет? Баночка есть маленькая. Выжил герой. Плюс изумруд. Надо подвозить будет гнома в основной отряд свой. Ну, довольно поздно он осваивает эту верхнюю территорию. Пере тут больше преуспела. Два опыта там Лукарю остается. Но тут на этом островке беда в том, что отряды кончились слабые, да? Вот он последний отряд такой убил инженером. Теперь, возможно, придется несколько ходов потратить, просто чтобы докачаться. 350 маны смерти скопилось. Тут обновляется по скрипту охрана лавки. Она безобидная, но все равно. Лишний раз ее... Ну, как раз вот... Не, кстати, вот сейчас она очень в тему обновилась, да? Как... Если учитывать то, что я выше сказал. Как раз слабенький отряд, который... Добить и доэкспиться. Снежный волк опасный. Ну тут и блок вот этот подконтривает, да, своим дотом на 30. Еще и там волк кусает. Обыкновенный. Рона залетает по 60. Вынужден выпить банку. Тем более оруженосец в инициативу проигрывает. Он первый удар все ловит. Первый ход. Вступает еще и герой. Ну, тут уже будет упарываться. Вот хил до конца.
Ну, банок реально много, если не будет хватать золота, хотя, ну, тут до Т3 по-любому хватит, потому что и драгоценности там миллион найдены. Можно банки не продавать, оставлять их. Ну, да, даже вот какой-то бой провести, да, где ты сольешь там половину своего войска и реснуть, у тебя право на ошибку есть. Даже, наверное, два, на две ошибки. Строит ветку патриарха. Священник не будет снимать через иерея всяческие негативные эффекты. Ну, здесь бы, конечно, разведка помогла в принятии решения. Но если уже быть уверенным в том, что гном будет через определенный билд идти там без дотов, не через метателя огня, которого очень тяжело сделать. Просто за счет того, что мастер из печи там довольно слабый юнит. Да. Можно просто идти в максимальный хил. Ну и с другой стороны, банок много, можно было бы и ерея тупо сделать. Вот, допустим, для этого города, да, экзекутор дот вешает и чародей вешает. Можно снять, допустим, два дота. Приветствую новичка из чата. Комментирует просто чел. Автор мода находится в чате. Кстати, если есть еще в чате просто челы, то ставьте плюс. +70 повреждений, 45 инициатива и 15 брони. Ну, здесь перестраховываться бы защитой от магии воздуха, потому что Бореалис реально очень сильный юнит. Особенно если ты еще по нему промахнешься и нечаянно бой до третьего раунда додлится, то там, по-моему, уже пиши пропало будет. Не стоит даже лезть здесь эликсиры. Бой очень важный на данный момент и тоже открывает некоторые возможности по дальнейшему продвижению по карте и возможность какой-то лут еще найти, да? А в этом отряде он без этого, без священника будет нападать? Ага. А чего так? Чего он священника не взял, жреца? Типа... Уверен в том, что он выиграет и качнется? Давайте смотреть. Выиграл в инициативу у травницы. У не у травницы, какой травницы? У карманницы. Или может быть, он специально взял жреца, да, чтобы он просто сдох. Не запаривайся его потом резнуть, как я уже там тоже говорил выше. Промах. Восстановление сил дал экзекутору. Самое, наверное, халявное, что могло произойти. Видимо... Игра оценивает экзекутора более сильным юнитом, чем лучника. Пошел расстрел жреца. Убита карманница. Хочет ли он спасать жреца? Хочет.
Ну, здесь он забафал инициативу, можно быть уверенным, что он обгонит. Единственное, что два мисса, конечно, могли бы порешать. Поздравляем Наториуса с захватом замка. И, возможно... А, он отступает еще, чтобы здесь получить опыт и в героя, и в хилера. Ого, а этот новый зритель сразу на меня обиделся. Сразу меня называют токсиком. Ребята, плюс чат, если стример токсик. И ЧСВшный, как там сказано было? ЧСВ и стрёмный сарказм. Лучше умолкни. Плюс в чат, если хотите, чтобы стример умолкнул еще. Отлично. Очень адекватное общение, дружище. Я думаю, если какая-то следующая выпадка будет, то она будет последней твоей. Он предлагает тебе остыть. Тем временем 8 минут затратил он на бой Наториус. Надо будет на 9-й минутке заходить уже и поторапливать его. Ну, вроде все действия сделал, которые мог. И нашел пластинчатый доспех, который дает 100 здоровья. Жезл здесь негде ставить, здесь именно от захвата города преобразуется земля. Ну или поставить там жезл сбоку, но это много времени довольно займет. Летит вперед. Кстати, видит частично пиксель снега. Если... А, еще и вора видит. То есть сейчас, возможно... Будет какое-то агрессивное нападение со стороны Бира. Ну, лучше перестраховываться, конечно, и выхиливаться на фул в этой ситуации. Конечно, на замок полезть опасная затея будет, но если гном все... Ну, хотя гном тут, ему надо очень красиво сыграть, убить Кару Императора, вот, которая проход закрывает, и смотреть, хватает ли мувов, чтобы напасть. Ну и по вижену надо тоже ориентироваться. Частично видит то, что здесь уже преобразовалась земля в траву. Гном. Так, Наториусу заходим, говорим, что таймер у него иссяк. Наториус, таймер, скипай ход. Все равно еще действие сделал, да? Негодяй какой. Да, ну у гнома есть вижен. Есть вижен, не, у него королевский страж все-таки довольно далеко стоит. Только если снизу как-то на мореплавании, может быть, получится, но, по-моему, там вот чисто на глаз не хватает ему. Ну и выбор теперь у гнома. Что ему сделать? Ну, кстати, стрясатели на 5 урона больше. На очевидный выбор. Клыкастую связку взял на ученом. Сейчас же гном отъедет довольно быстро. Но не взял в руку клыкастую связку. Вот это сейчас ситуация плачевная для этого героя. Разрулил. Продал. Ой, ну 120 золота. Там же столько фишечек можно с этой связкой мутить. Книга войны, кстати, 600 золота всего стоит. Надо, наверное, в будущем обратить внимание.
Семгина. Такой ценный экземпляр Невендарской библиотеки, который уходит, в принципе, за сущие копейки. Империя сейчас потратила ману свою. Возможно, какой-то зачил будет с ее стороны. Можно поднакопить себе на ускорение и от этого именно сыграть. Клыкастая связка — это талисман, который призывает гоблинов на все поле боя. С одним использованием можно заполнить все поле боя гоблинами. И в зависимости от ситуации, она может очень полезной оказаться. Ну, чисто отряд из арбалетчиков. Ну, один сотрясатель прям сейчас очень необходим. Ну, у гнома есть лидерство тоже уже. В общем, они одинаково получили его от входа, да? Гном даже раньше на ход. Но сейчас он может добрать там, если захочет, еще одного арбалетчика себе в отряд. Если рассчитывать какую-то финалку. Ну, в городе, по-моему, империю невозможно будет развалить. Так, книга войны 600 золота стоит. Мы сейчас в магазине видели. 3000 стоило знамя. Вызвал на яду, чтобы танковать волка. Тоже хорошо. Сотрясатель есть. Но ему надо хотя бы парочка. Хотя бы. Возможно, от империи сейчас какая-то тоже разведка пойдет. По-моему, Наториус с этапа не видел вражеского. Во, как раз вот сейчас решение, на самом деле, одно из самых лучших — пойти убить этого дракона смерти, потому что, ну, за него как раз ты апнешь там себе своих сотрясателей. Вниз двигаться ни о чем. Здесь даже блок трогать не будет этот с карающим клинком. Ну и примерно надо ориентироваться по вижену, что видит империя. Действовать от этого. А там сверху тоже можно жезл поставить. Но Бир действует пока что аналогично Наториусу и хочет его снизу ставить. Да, снизу поставил. Ну, он быстрее, наверное, город захватит, а не земля это расползется. Все-таки задумался о убийстве жезловика, что мне подсказывает. Есть мана на птицу рух, есть мана на силу имперскую. Даже 15 урона легионов проклятых помогут. Вот видите, даже там с учетом того, как супер быстро захватил ману смерти гном, на быстроту ему еще не хватает на изучение. Ему надо еще, по крайней мере, маны смерти копить 2 хода. К сожалению, он не может здесь своровать эти предметы, кроме книги, соответственно. Знамя,
с кольцом нельзя. Кстати, вот сверху, в центре карты еще, есть источники ман-рун каждой, да? Заметил ты Наториус, наверное, стоит жезловика своего посылать в ту сторону. Ну, кстати, для гнома тоже опция может оставаться, если он хочет заэкспиться побольше. Допустим, купить ту книжку или своровать, да? У него есть перк «Тайное знание». Взять ее на бой с драконом, получить 25% дополнительного опыта. Ну и в целом, задача гнома сейчас это сделать 4 сотрясателя как можно быстрее. Сфера ярости. Полезная вещь. Но, скорее всего, герои не изучат эту магию сфер. Да и в целом, мне кажется, игра может до 4 уровня героя и не продлиться. Тут пролететь нельзя, надо драться. Видит флаг горных кланов. Сейчас он подошел, на самом деле, разведал чуть-чуть обстановку. Наверное, вор побежит в сторону жезловика. Но у него, у Наториуса нет информации о том, что это за герой стоит. Мейн или не мейн? Архимаг, наверное, стягивается вниз, чтобы, в конце концов, передать себе в основной отряд того раскачанного лучника. Или, может, милишника даже забрать себе. Смотрим. Нет у него одного заклинания у Архимага в инвентаре. Ну да, те рудники тоже такие на халяву, в принципе, достаются, но надо их забирать, наверное, второстепенным героям. Может, какая-то битва второстепенных пойдет за эти источники. Но игроки, скорее всего, сейчас очень аккуратно играть будут, просто из-за того, что они находятся реально в двух ходах друг от друга. И лишний раз куда-то бежать, не открывая карту, не будут. Нападение на морского змея. Думает Наториус, хочет ли он. А, ну тут уже с Т3-хиллером не пробивает змей. Типа оставить на яду, чтобы на ней спокойно, без проблем подхилиться. Ну тут легкая боевочка. За морского змея, сколько там, 400 дают? Экспы. Кстати, даже у милишника довольно быстрый выход от этого Т4, там 960 опыта всего. Имперских рыцарей практически ушло отступление. Табличку не открывал, наверное, так уже подсчитывает на верочку.
А не, у него этот герой еще не апнул уровень, да? Он не апнул, только сейчас его взял. Но за тот город не дали столько опыта, значит, дезинформация была от меня. Ну, у Империи два квестовых города, три захвачено, да? Можно как-то пойти через верх тоже. Захватить верхний Т4 город, в нем окопаться. И гном будет туда-сюда бегать. Не знать, что ему делать. Ну не надо тут уже бойца ополчения этого облизывать. Хотя будет уже видно. 4 хп. Ну так, чисто добрал опыта немножко. Вот интересно тоже посмотреть, будет ли Наториус как-то оборонять этот город. Типа ресурсы у него есть. У гнома есть шанс, но вот он если все видит... то просто вот он сейчас вышел из замка как-то самому окопаться в этом городе. Потому что это место такое очень важное. Драться, пока твой оппонент в замке. Мало кто захочет. Ассасин тоже приближается. Наверное, оба игрока будут пытаться на Дракона Смерти сейчас напасть. Наконец-то мана преисподней захвачена. Здесь тоже немножко не доиграл. Надо было пролететь чуть вперед. Потом же зал ставить. Тут надо, наверное, обновлять трансляцию. Немножко отстали. Вот Дроктульфа. Ну, очень хотелось бы шпиона заслать. Не делает этого, нападает. Вообще хватит, но там, по-моему, еще две клетки осталось пробежать, чтобы добить. Хватает урона, попадает. Убили женщину на опыте. Наториус, наверное, отошел. Частая такая проблема в PvP в целом. Ну хотя он же сам в земли гнома ворвался, да? А, шпиона заслал. Ё-моё, он там вор стоит, что-то... Пока я переключал, все пропустил. Шпиона заслал. Сворвал эликсир, успешно. Еще один, успешно. Value этого вора вырастает. Вспоминает про цель этой карты. Но он может посмотреть в целом то, что под городами, да? Кружок специфический. Выставил такую минимальную охрану в Т3 городе. Ну, там даже, наверное, Т1 какой-нибудь герой. Ее без проблем должен захватывать. В идеале, вот, конечно, есть лагерь наемников, да? Оттуда кого-то нанять. Есть лютня, тем более. Ну и то, для этого надо желательно город Т4 отстраивать и... Там набирать такой отряд, чтобы... Тоже достойное сопротивление оказал. Тут еще не хватает арбалетчиков. Будет докачивать, да?
Здесь, наверное, лучше бы он героем впереди становился. И тут, смотрите, сейчас еще промахи полезут. Полетят. Банка есть большая. Бьет ее. Промах. Ой, как же плохо. Мистер Дудец не отрабатывает. Сейчас попал. Хорошо, хорошо. Могло все гораздо печальнее закончиться. Тут начало боя предвещало беду. Лечение тоже полезное для гномов заклинание. Слабость под ПВП. Почему бы и нет? Но он, скорее всего, даже не будет заходить сюда основным героем. 50 золота экономия. Мувы, наверное, поважнее будут. Ну и сейчас, на самом деле, возможно, стоит даже не нападать на вот этот Т3 город, да? Примерно оценить обстановку, где находятся оппоненты. Возможно, сесть самому в Т4 замок. Сейчас, если он в ближайшие два хода будет биться с Драконом Смерти, с Т3 замком этим, да, то, возможно, перехитрит его имперец и как-то сам в верхний город добежит, сядет. Ну, имперец вроде пошел налево. Сейчас увидим, что-то как. Наверное, есть запас по времени у Бира. Так, who shoot you? Получает третий уровень, берет лидерство. Ой, и шпион пробрался, вообще хорошо получилось здесь. Так, я пока вас оставлю на пару минут. Стрим включен. Нуториуса. Надо отойти.
комментатор вернулся. Ну, вроде ничего еще не сделал Наториус, да? Планирует действия свои. Карающий клинок. Неужто агрессировать захочет? Есть вперед. Ну, там карта не открыта на самом деле, но он очень может подставиться так неплохо. У героя 210 здоровья с этим пластичным доспехом, вообще неимоверные цифры. Сколько он впитает урона от сотрясателей вражеских еще, и сколько банок в бою заюзает. Вот такие доспехи должны быть у каждого мага. Их тоже там не стирали просто в первом раунде стрелки. Так, ну, наверное, понимает, что за юнит карающий клинок. Или не понял до конца. Как-то навелся на него. Возможно, думал, что он послабее. Судя еще по движению курсора. Ну, в имперский сетап еще, конечно, бы одного лучника вместо хиллера как-то подкачать или в наемников купить, да? Чтобы просто банально больше боевой мощи было. Ну, спешит выходить в ассасина. Эликсир защиты. А, ну тут будет, я так понимаю, тратить все золото на то, чтобы прикрыться. Ну тут тоже надо знать, как правильно становиться, но по сути... Любой побочный герой этот заслон из воров пробьет, если уж особо стараться даже не надо будет. Даже, наверное, вот этого МЧСника, не, МЧСника не повел вперед. Продал еще вещей, чтобы еще воров сделать. Ну, я смотрю, Наториус не хочет, да? Не хочет как-то отступать. Немножко оценил такую ситуацию, свою мощь, есть деньги. Герой третий уровень взял, почти ассасин там подходит. Герой-разведчик. Быстрее бегает, чем королевский страж. Только для полноты картины еще бы накопить маны на ускорение, да, вот как раз обратил внимание на источник маны жизни. Дополнительная добыча плюс 50 маны, вход, это прям очень сильно. Так, у нас здесь свернулся медведь. Ну, эликсиром гнома, смотрю, хватает. Тут, кстати, ситуация щепетильная произошла. Это налетчик. Я уже прогорал на этом юните. Это не обычный Т1. Лесной эльф. Он не так-то прост. Ну, здесь, смотрите, ошибка основная в чем была. В том, что он мог сначала подбежать сюда вот своим пупой и передать более сильный отряд ученому и уже более комфортно пробить этот город. Ну вот, такая одна, наверное, из первых ошибок на турнире по тому, что не всех юнитов знают.
Ну, вот тут вот даже, смотрите, разница, если мы сравниваем каких-то орков, которые тоже там примерно одного уровня по статам, по здоровью, по урону, да, то вот разница с Т1 этим эльфом нейтральным просто колоссальна. Чуть ли не в два раза сильнее этот юнит, не 2.5, который, собственно, налетчик. Поэтому нападение на такого юнита просто ломает игры. Поэтому стоило бы, конечно, тут тоже именно на этого юнита внимание обратить, хоть какие-то отличительные ему фишечки перерисовать на портрет. Было бы уже понятнее. Но здесь он город не удержит своим Дроктульфом. Возможно, стоит максимально время удерживать, да, там вора построить, хотя побочный герой вроде рядом есть один, чтобы убил вора. Ну, просто задерживать его. Садиться в замок, наверное, самая плохая идея будет. А тут он со стороны, даже если вот куда-то в сторону, да, вниз спрячется, уплывет, в туман войны убежит, то может просто, когда имперец начнет уходить из этого города, взять в него забежать. Вынудит, допустим, империю тратить больше золота там на то, чтобы обезопасить этот город. Ну, стая супер полезна будет. Успешно ворует. Возможно, как-то захочет еще поддебафить этого героя, спровоцировать на атаку, но сомнительно на самом деле. Отходит в сторонку. Ну тут еще воры такие неприятные стоят снизу. Если он начнет захватывать город Наториус, то там какие-то пару рандомных отравлений, если... Ну, там разрешено по правилам одно отравление. Если оно залетает, то тоже можно так разминать его героя. Ну, тут тоже такая ситуация, что он может, собственно, на вора напасть и отхилиться с нуля. По крайней мере, время выигрывать будет. Частично. По одной клеточке ходит. Все верно, аккуратно. Ну, вор этот много открыл. Много инфы дал. Ну, воров тут на 1000 золота, да? Ну, хотя вот у империи золото добывается гораздо больше. Наверное, за счет того, что на 3 рудника, наверное, на данный момент больше. Может, каждый ход еще воров подстраивать и хорошо себя ощущать. Здесь Бир не построил вора в городе, чтобы как-то еще задержать Наториуса. Ну, 2 часа 30 минут идет игра, на самом деле.
сами игроки тут дальше форсируют. Ну, Notorious форсирует события. Если бы еще развернулся, пошел качаться, то побольше бы времени заняло. Ну и в целом карта, да, так располагает. То, что нейтралов не столько много, что ты там можешь уйти куда-то качаться еще на 10 ходов. Вот там внизу потяжелее локация, на которой можно залиться с такими отрядами. Поэтому там империи оставалось только дракона смерти может еще убить. Но у него Т3 армия практически есть, ему ассасину там. До ассасина докачаться и. В принципе, успех. Шла атака. Наверное, захочет еще как-то подзалить экспы в лучника. Но здесь даже ситуация такая для Бира, что он потратил 100 золота на великана, но было бы выгоднее купить вора, еще 100 золота потратить, и просто не строить великана, оставить одного гнома. Так бы сейчас Notorious в замок не садился. А если Notorious в замок не садится, то, соответственно, ты на следующий ход ему на голову воров сбрасываешь. Немножко руки развязываются в этом плане. Спасибо за информацию, Вайнот, поправляет меня, что налетчик это Т4 юнит, только не понимаю, почему нужно это так упорно писать. Как будто какая-то вселенская несправедливость, что я ошибся, оговорился с тиром юнита. И здесь, наверное, захочет отступить, да? Ну, если посмотреть, тоже ситуация от расстановки зависит. Если бы как-то великан по центру стоял, то можно было бы сбрить стрелка. Ну, что-то Notorious. Не знаю, что делает. Жадничать по максимуму хочешь, чтобы еще и соло-лучник опыт залетал. На, сейчас хилом отступит. Какой жадный, а? Ну, ему надо в табличку, если он по табличке все посмотрел, почитал. Ага! Бывает. Он же вроде был в менюшке со строительством ассасина на прошлый ход. Ну там воры есть, тут не стоит сильно расстраиваться по этому поводу. На которых можно добить эту единичку опыта, даже побочным героем. Даже прямо сейчас, да? Купить героя и повести его на вора. Ну вот, если товарищ Экер в чате, можно тут уже такую эту игровую ситуацию на мемчик пустить. Типа, Notorious сидит там, подсчитывает, как в этом фильме с Мальчишник в Вегасе, да, или в каком он был, там, где Зак Галифианакис
Галифанакис, или как там его, типа, подсчитывает, там расчеты идут вовсю, да? А бой заканчивается тем, что здание не построено. Примерно оценивает по симметричности карты, где может быть город, судя по кликам мышки. Ну, таймер пока заливает, да? У нас вторая игровая неделя, последний день. 10 минут у Нотариуса. Ну, он не знает, наверное, о расположении Бира и как-то попытается сейчас просто перестраховаться, что ли, закрыть проходы все возможные. МЧСник бежит убивать головореза. А вот мага здесь опасно подводить. Если целый вор есть, то он его... А, не сбреет. Он взял на маге тоже этот тайное знание, да, и книжку передал ему. 150 хп у него. Ну, хотя гномский вор, может быть, и развалит. Ну, воров оставлять близко к себе тоже всегда так не очень приятно. Если еще окажется, что оппонент твой за гильдмастера, то может делов больших натворить. Ну, хотя там эта же зловичка уже, наверное, никуда не успеет долететь, разве что. Ну, ее, кстати, можно было вести и в центр карты. Просто для массовости. Потом в какой-то момент жезлы поставить. Передает ход. Ой-ой-ой. Все в мыле у гнома на стримчике. Так, оценивает ситуацию. Может ли он пробежать в тот город? Там надо пробить или в корабле нейтрала, или кентавра-латника. Проход блокируется. 780 золота. Очень хотелось бы сесть в этот город. Возможно, захочет как-то побочным героем подраться с драконом, да? Потом еще одним побочным пробить кентавра, латника или заклинателя в корабле. А не, успевает, там есть все-таки пиксель. Меня зрение подводит. Казалось, что нет. Ну тогда в идеале здесь дерется герой-ученый. Во, еще он взял себе ржавые кандалы на гноме. Нашел он кандалы в этом городе, и теперь, если империя как-то нападет первая, то будет шанс на отступление. Героя этого тяжело очень сфокусить. Баночку еще не выпил, пора бы уже, да? Особенно если на город пойдет нападать. Ну тут обоим игрокам еще немножко времени надо. Карманница забафала карателя. Карателя атака с ожогом и вампиризмом вроде. Ожог очень сильно бьет.
50 целых. Ну тут, возможно, даже стоило мясного себе взять. Мясного юнита. Но, с другой стороны, просто резнуть арбалетчика, если империя начнет нападать. Нормальный отряд будет. 25 себе здоровье восстановило. Вот вейт надо нажать. Бьет до конца. Ну, окей. Пластинчатый доспех еще можно здесь увеличить хп на своем герое. Сколько у него сейчас здоровья будет? 330. Нормально, нормально. Так, ну, получается, у всех городов уже пробиты гарнизоны, то есть... Фракции захватили все квестовые города. Соответственно, если ты выходишь очень далеко из города, то велика вероятность, что его захватит любой побочный герой. Там об этом стоит озаботиться. Своровал молнию еще. Вот тут можно немножко такое бэдманерство включить, да, дисайплское. Вот увидел то, что, ну, в конце боя, то, что не построил здание на Ториус, зайти в дипломатию и типнуть его на 50 монет, как в дотке. Ну, это, представляете, с начала игры Рубин валялся, он его не подбирал. До свидания, норвежская Сёмга. Автор мода покинул чат. Так, Наториус продвигается дальше, открывает карту, да? Ну, у него шпион заслан, он сейчас увидит. Ну, ладно, даже правый город уже увидел, то, что мейн там сидит. Два города Наториусу захватить. Два города надо захватывать. Ну, здесь, если одна из сторон на самом деле окопается в городе, то там только как-то через воровство, через банки дополнительные разваливать придется. Но инициативу, конечно, не хотелось бы перехватывать, чтобы у тебя оставался один город, а у оппонента пять. Ну, у Наториуса преимущество и по экономике. То есть он может банально больше побочных каких-то героев сделать. Развалить вот этого ученого. Захватить даже вот и здесь, возле столицы, все источники. Передвигается он побыстрее. Ну а гнома... Гнома... Есть все-таки вероятность накопить на быстроту в какой-то момент, да? Попробовать настигнуть империю. Ну, тоже много времени надо, потому что большое количество маны уходило на какие-то нейтральные бои. Ну, у империи тоже есть возможность заполучить ускорение себе. Тем более, что играет за лорда мага. Изучение заклинания стоит в два раза дешевле. Но здесь нету таких заклинаний, мореплавания, каких-то ботинок, которые дают мореплавание. Потому что, ну вот, если его здесь добавить, то вот, допустим, сейчас, наверное, разведчик, если бы постарался, то под ускорением, даже двумя ускорениями, потому что он играет за лорда мага, спокойно добегал до того верхнего замка и, возможно, заканчивал игру. Хотя попробуй гнома еще в замке возьми. А, он этими ворами не походил, что ли, Бир?
А, они на месте остались стоять. Он, наверное, сворвал еще что-то. Сейчас докачает себе лукаря. Есть ассасин. Вот в коробочку вора этого закрывать, что ли? Задуэлил. Еще и микробанку нашел, да? Осталось здесь что-то своровать. Ну, некуда вора этого девать пока что. У воров хватает, если что. Его можно было здесь спокойно слить. Рискнул и своровал магию. Ну что ж, следопыт, ваши действия. Здесь просто обязана произойти какая-то битва мейнов. Победу через города. Более, наверное, то есть менее вероятно. Ну или так, типа, будет сидеть последний в городе, и кто-нибудь его уже развалит. Ну вот в такой ситуации было бы тоже интересно посмотреть, если бы оба игрока где-то потеряли своих героев, да, и просто с нуля какой-то экшен бы начался, что там себе наемников покупаешь, просто ты один отрядами бегаешь. Надо какой-то герой, который будет убивать воров. И здесь тоже каких-то эффективных действий не остается, именно в плане получения опыта. Все нейтралы зачищены, остается только бежать вперед, драться. Есть одна банка защиты от магии земли, да, но империи тоже есть смысл немножко затягивать, потому что накопится мана на ускорение тоже, накопится мана на защиту от магии земли. Нам можно будет подзаконтрить этот билд гнома. Открывает карту сверху. И не потратил золото еще жезловиком на то, чтобы... Ну, на жезловика, чтобы захватить источники в центре карты, вот где он пробил ману жизни. Чтобы, собственно, ускорил процесс для себя. Блин, я не скипнул ход, да? Здесь мы снова слегка отстаем. Будет возвращаться? Ну, по сути, налево, если идти, то просто, я не знаю, построить какого-то вторичного героя. Инженера там с тремя мысленными гномами. Разведать птицы и территорию, хотя сейчас ману руну, наверное, вообще не хочется тратить. И он знает, где основные силы империи расположены, просто захватить, занять этот город. Это бы очень изменило стратегическую ситуацию на карте. Стало бы 3 в 3 города. Но империи, возможно, стоит посмотреть на зону возле столицы гномов. Форсирование событий тоже может обернуться не тем, чем по итогу ты захочешь видеть. Но есть золото. Вот, допустим, здесь, примерно если понимает расположение городов, то мог бы как-то на ускорении ворваться своим пупой в левый замок тоже. Убить вот этого копейщика побочным героем. Такой один из вариантов.
Здесь неожиданность для него будет. Хотя, ну, смотрите, в Магаз тоже имеет смысл войти, потому что много нафармил драгоценностей. Там небольшая неожиданность для него, потому что вор сверху плывет, он может тоже подтравить разочек-другой. Ну, разочек, то есть, да? Правилом один раз травануть можно. Разочек травануть. Ну, гном, конечно, меньше ощутит это на своей шкуре, потому что стоит на снегу, играет за военачальника, заход подрегенит почти все. Где взять такой справочник, который читает Бир? Можно зайти на сайт norvegskasemga.pro, там в разделе «Пайлы» скачать Disciples 2 Info. Замечательная утилита, которая позволяет новичкам более просто ознакомиться с модом, а не на собственном опыте с кучей ошибок, когда ты умирал об нейтралов, да? Так вот знакомились мы. Продает мусор, я так понимаю, да? Вообще все, что есть. Кнопочка есть. Он кнопочкой мог продать только драгоценности, да? А остальное уже все ручками надо. 2000 золота будет. 2000 золота тоже может поменять как-то ситуацию. А, артефакт купить хочет. Не, ну, артефакт 20 брони, это, наверное, среднее такое решение будет. Знамя вампиризма, у него знаменосца, по-моему, еще нет. Знамя вампиризма тоже, кстати, 2500 стоит. А, него, кстати, он лютню продал или нет? Он же может, если что, по скидке купить. У него до 4 уровень, до знаменосца. У него тайное знание, лидерство взяты. Берет наручи. А лютню продавал он или что? У него же была лютня. Бой, ошибка! Какая ошибка? У него же есть лютня. А хотя, ну, ему надо было на следующий ход покупать тогда. Он сейчас поспешил, да? На следующий ход купил бы просто и все. То есть 1600... 1600 минус 25%. 400 золота, так скажем, ушло в молоко. Поторопился. Ну, 400 золота, это на самом деле тоже не хухры-мухры, это два вора. Почти герой. Ну, ему этим героям нельзя оставаться в замке, ему надо как-то максимально на себя внимание стягивать. Здесь просто оставить там, не знаю, вора плюс гнома в замке, самому сесть в столицу. Да, и пока там Наториус отвлекается, Бир мог бы навести шороху у него на территории. Считает клеточки. Ну, тут по флажкам видно, что ему хватает сесть в город. Он, наверное, дальше рассматривает, куда ему можно напасть. Ну и покупка браслетов этих, наручей с черепом, ему придется делать выбор, что ему хочется взять. Или рунный камень плюс наручи с черепом, что дает ему в сумме 30 армора. Или ржавые кандалы плюс, соответственно, наручи с черепом. 10 армора. Могут зарешать, а могут и, собственно, ну, 1600 золота отдать на это. Не знаю, стоило или не стоило.
Вор продвигается дальше. Был бы, кстати, гильдмастер Наториус, наверное, мог бы какой-то еще бунт в город закинуть. Город пуст. Две дуэли можно ему сделать. Банок никаких в руках не заметил. Так, ребята, тут воровской замес начинается. Вы... загляните на всякий случай в правила, чтобы посмотреть, там лишние действия не сделать. Но в этой ситуации таймер типа на паузу ставится, пока оппонент находится в режиме ожидания. Пранаяма существует пока, ну, два основных мода, на которых люди в PvP играют. Это мод Мотлина и вот норвежской Сёмги. Ну, Сёмгу больше начали играть из-за того, что турнир начинается, да? Если хочется знакомиться с PvP-движухой, то стоит посмотреть стримы PvP, которые есть и в Дискорде, и на моем канале, на канале Вайтера. Вот. По билдам, всему остальному. Ну и самому вступать в Дискорд и попробовать с кем-нибудь поиграть. На ускорение хватает забежать в город. То есть вот сейчас на самом деле ситуация. А город-то пустой. Пустой город у Бира. Вот было бы сейчас золото у имперца. Просто делаешь еще одного героя. Ну хотя, ну, ни одного, наверное, не хватит. Забегаешь в пустой город. Подбежал и видел город. Джордж, правила какие-то нарушены были или какая новость? Не пугай. Оценивать ситуацию, сможет ли он этим героем захватить город. Но тот город неважный в плане цели квеста в этой миссии, но важный в экономическом плане. Ну вот за счет ускорения, конечно, в одном шаге, да, империя от победы сейчас. Было бы золото, как говорится. Просто побочный герой убивает ученого. Дальше пиши пропало. Перекрывает проход, старается. Думает добивать ли Дрогона. Но у него и осталась еще одна дуэль. Может добить.
Полез правило. Можно сделать две дуэли, но без других действий в этот ход больше. От ворона этого героя. Что будет мисс? Не будет. Гайд еще в сторону города, ученый. Ну, города пустые, да? Там один герой подбегает немножко к Т3 городу левому, имперский. Ну, 5 городов за защитниками империи. Вспомнил наконец-то про то, что здесь можно поставить жезл. Так, Бир. Бир Бирыч. Ну вот смотрите, 425 маны, да? Тут реально два хода ему надо. Здесь 6 мувпоинтов теряется у него на воде. Но и все равно не хватает. Наверное, единственное такое решение верное будет, это или бежать в левый город как-то, через побочных героев стараться выйти. Захватить тут замок или садиться в этот, сидеть. Хотя там, смотрите, там есть и хождение по лесу, и мореплавание. А, он рассчитывал с быстротой, здесь ценник-то дороже. Хождение по лесу и мореплавание у него не изучено, да? Ну, представляете, насколько тут сложнее гному так отыграть, пробежать полкарты. Ну, с другой стороны, был бы инженер, да, то хорошему бы успевал. Но инженер бы уже совершенно другую игру бы предполагал. Изучает мореплавание все-таки. Кастует на себя. Ну ты ж все равно не успеваешь, да? Хождение по лесу, там раз клетка, два клетка. В лесу, собственно, тратит мувпоинты свои. Проход тут блочит. Начинается замес. В узком проходе, хотя здесь широкий проход, да, но юнитов супер много. Ой, сумбур лютый. Прикрытие. Дрогана бы как-то еще подсейвить. Но ему, чтобы передать вещи. А, кстати, мертвый герой на пол может вещи скидывать или нет, я не помню. Что у меня из головы вылетело? Ну, интересный, в скобочках нет, геймплей. Воровской начинается.
просто баррикады. На всякий случай бафает, сама на жизни есть. Ну, не ставит Бир себе в замок даже какого-то Т1 гнома. Вот, возможно, на той ситуации внизу, когда, да, Т3 город охранял, мог бы немножко выиграть времени, вот полхода, лишнее действие подсобило бы. Здесь убийство двух воров, я так понимаю. В идеале вот этот герой должен сейчас отработать город у империи Нижний. Это в идеале. У меня такое чувство сейчас, что просто двое будут сидеть в городах и никуда не вылазить. Ну, это тоже было бы интересно глянуть, да, типа, битва на втором фронте. Вот этот архимаг бы дрался с инженером за этот город, стягивал бы Наториуса в нижнюю часть карты отвоевывать город. Было бы прикольно понаблюдать. Здесь МЧСник возвращается в город практически. Так, Джордж мне информацию какую-то сообщает. Так, надо мне пока звук, наверное, офнуть. Джордж, это ситуация, это я в Дискорд заходил и говорил игрокам, что, ну, Наториусу, там оба игрока сидят, я обоим игрокам говорил, что какие-то действия на воров ограничены. Они оба эту информацию слышат. Так, принимается решение, видимо, дракона смерти развалить. Ну, по сути, это отряду почти ничего не даст в плане какого-то оверапа. Немножко пространство расчистит. Ну, он продамажился здесь слегонца, да? Большая банка на тридцаточку выпала.
Будет отхиливаться, наверное, на фул. Рисковать не захочет. Ну, у гномов свое преимущество в виде мореплавания, да? Хождение по лесу, чтобы перемещаться так же быстро. Делать жезловика. Тут на карте уже по идее вообще нечего делать, кроме как междоусобицу устраивать. Там есть еще локации на севере и на юге такие, где можно подкачаться еще. Но если ты просто покидаешь основным героем основной фронт, то это уже чисто стратегическое поражение. Отработал вора. В теории Бир может на свой ход заслон этот воровской расчистить, под мореплаванием напасть. Если Наториус ничем не бафнется. Ржавчину своровал, поздравляем. Ну там уже заклинаний, по-моему, и не осталось практически. Вопрос в том, ждет ли Наториус нападение все-таки от Бира. Ой, как заперло здесь, а? Ну как раз есть два героя. Инженер. Ученые, которые проплывут. Пользуясь случаем, Бир передает привет своей фанбазе, если есть такая. Наверное, в Дискорде есть. Ну тут чисто по здоровью, казалось бы, Империя, да, а у героя 210 хп, стражник 210 плюс армор, лучник 155 хп, ну и ассасин такой, по итогу, один из самых ватных, не считая хилера. Есть жезл. Ну что, интересно сейчас за Биром посмотреть. 400 золота вход, 125 маны. Но даже здесь, с этой стороны, на следующий ход можно сделать жезловика, провоцировать Бира на то, чтобы он вылазил из своего города и потом как-то душить пробовать. Золото реально позволяет какие-то такие действия. А чё? Хил? Хил отдал свиток. Наверное, рановато. Расчищает проход, получается. Главное в этой ситуации, если он всё-таки планирует нападение, не это самое. Самому себе проход не закрыть своими героями. Кстати, там кто-то получил 5 опыта, а воин получил 6. Обычно такое распределение опыта идет, что вся твоя армия получила, там, допустим, плюс 6 опыта, а твой герой плюс 5, и ему этой единички не хватило, чтобы лапнуться. Птица рух есть, на мореплавании еще маны хватит. По идее, он расчищает проход.
Конечно, хотелось бы, чтобы инженер побольше действий полезных сделал. Два вора убил, да, но вода, вода не позволяет. А, все, проход открыт. Открыт проход. Ну что, по правилу, по праву первого нападения? Здесь, вот смотрите, у него пупы хватает мувпоинтов, да, даже без мореплавания. Здесь надо, наверное, нападать, дотравить его. То есть мореплавание заюзать вора, чтобы он траванул его. Может быть, так правильно будет? Только опять же, главное себе проход не перекрыть вором. Надо примерно покликать, посмотреть, сколько там клеток еще в запасе есть. А то мало ли там какой-то... Это вот 29 мупоинтов точь-в-точь хватает. Правило полез, наверное, или куда? Ну пусть, пусть, время есть. Если это какое-то последнее нападение, по банкам сориентироваться, что да как. Ну, стихиями там никто у него не бьет, да? Ну, империи. Сферы. Если только не будет. Два маленьких бафа может повесить себе. Не, ну, конечно, если бы Наторис бафнулся, да, в этой ситуации, у него маны хватало просто на то, чтобы несколько ходов сидеть и бафать себя, да? То тогда бы замок реально тяжелее было бы захватить. Силу бафнул. Он думает рассчитать ему урон еще. Как-то. Так, считаем банки. По две банки маленького типа можно в каждого юнита забрасывать. Раз. Два. Сотрясателя. Больше бафать нельзя. Там больше эликсиров нет. Или героя думает. Так, а я там на по банкам точность. Случайно ограничения не делал, то есть не снимал ограничения с них. Не, они как полноценные считаются тоже. И две точности раскидывает. Ну, герой, если еще ледяной щит бахнет. А, там, смотрите, защита от огня, знаете, от чего поможет? От ожога. Там есть у Ардета ожог, все хорошо здесь сделал тоже. У героя так 30 армура, родная там броня уже, по-моему, 16. И от ледяного щита еще десяточку получить может тоже. Плотный тип. Что, банки выпиты? Единственное, что... Так, действие вора. Действие вора. Будет он действие вором делать или нет? А тут что? Он сюда хочет мореплавание заюзать? А там сколько? Одна клетка, то есть 12 мувпоинтов. По-моему, лучше всего здесь на вора использовать, как-никак. Там еще тем более хилер. Но надо... Он не посмотрел, по-моему. Надо аккуратно вором стать. Надо вором максимально аккуратно стать, чтобы не закрыть себе проход. И не мискликнуть.
Все, у него тут последняя клетка осталась. Вот он как раз. Ему надо в город садиться срочно. По-моему, из-за этого не успевает. Он как раз хватает ровно. Хотя не, он вроде хорошо стоит. Подбежал. Сколько у него? 5 мувпоинтов осталось. Да хватает, если он в лес становится. Вор 70%, поехали. Или дуэль. Хочет он дамажить героя или весь отряд? Сработало. Да, ему идеально тут все сложилось. Хватило. Ну что, финалочка. 10 минут прошло. Так сказать. Вот она. Ну что ж, первый ход за кем у нас? За Ноториусом ходит герой. Ходит герой. Можно переключать стримами, да, или... Смотреть, кто куда ходит. Оценивает ситуацию по армору, по статам. Шесть армора у героя. А, кстати, банки в руки Ноториуса Бир взял. Тут еще баночки хорошо могут подсобить. Да, взял и целебная мазь, и эликсир восстановления. Так, перекрестился на то, чтобы попасть, видимо, да? Ну тут ассасин прям вообще вялый, его надо будет убивать. Ну то есть выстрел сотрясателя плюс арбалетчика по нему. Герой бьет вардета. Ему, возможно, стоит кого-то из арбалетчиков вырезать. И проверяет инициативу еще. А тут таймер тоже запустился что-то. Ну, здесь ограничение по раздумию снимается, потому что это решающий момент в игре. По инициативе тут еще беда в том, что сотрясатель расплитил урон. Так, интересное решение. Дело в том, что сотрясатель может опередить ардета. Там еще игровая инициатива будет у лучников обычных. У арбалетчиков с ардетом. Того, походит ли первый ардет, тоже много зависит. Но тут можно переключиться, посмотреть, кто ходит, да? Блин, вот. Ходит сейчас сотрясатель, ваншотнул. Ваншотнул хилера. И дальше пошла душка в ассасина. Блин, почему-то... Да, раньше у меня два окна открыто было. Нормально переключалось. Ой, а это что? Стрим перемотался. Ой, отличный стример финалки. Ничего не говорю. Надо отмотать назад. То давайте сначала. Я все прозевал. Не буду переключаться тогда между стримами. Вот ход ассасина. Давайте все внимательно посмотрим.
Да, он за один удар убил его. За один удар убил. Арбалетчик стрельнул в ассасина. Дальше ход Ардета. Не ходил еще сотрясатель, который отравлен. Не ходил, и сейчас такая ситуация. Наверное, ходит вперед сотрясатель, а не герой. И он может умереть от дота. 45. Но прикол в том, что хилера-то нету больше. Сейчас еще герои по ардету ударит. Ага, расплитить решил? То есть убил арбалетчика? А почему? Выхилил? Ну, по-моему, тут уже исход боя ясен. Я думал, он походил. Поэтому... Ой, Notorious. Ну тут ситуация, наверное, ошибка на том, что анимации выключены. Не туда походил. Ну да, это ошибка была важная очень. Сейчас шансов уже не остается. Ну, смотрим, будет ли играть Notorious дальше. Будет, не будет. Нет, пишет ГГ. Немножечко рассеялось внимание. Ну вот, это тоже на заметку, да, уже участникам основного этапа турнира и в дальнейшем отборочных, в том, что надо, если вы уже предполагаете, что финальный какой-то бой будет, ну, уже в ближайшее время, да, то стоит включать анимацию атаки наоборот. Ну что, включаем тогда заглушку. Ну, спасибо за игру, ребята. Если хотите пару комментариев оставить, то слушаю. Привет еще раз, Тимур. Ну, что, в принципе, я доволен, я победил. Спасибо, Миш, еще раз за игру. Вот. Много ошибок, конечно, было, но получилось так, как получилось. Ну, по последнему ходу, мне кажется, что на Notorious'у стоило хотя бы еще чуть-чуть подбафаться, да? То есть не было 100% уверенности, что не нападет Дед Максим, Бир. Там маны вроде бы хватало на какие-то еще бафчики себе повесить в несколько ходов. Спасибо большое, Тимур, за то, что дал возможность поучаствовать. Я расстроен. Ну ладно, нормально. Еще вернемся. Ну, получается, ты из-за того, что анимация, да, была вырублена, прозевал немножко момент. Это ладно. Блин, как это объяснить? То, что не думал, что нападет. Блин, это еще. И да, я думал, он походил, в ассасина ударил этот сотрясатель. А это, оказывается, был этот бомж. Бомж этот, видите. Он ваншотнул сотрясателем хилера, и уже потом все остальные ходили. А там еще же один сотрясатель. Я думал, этот сотрясатель ударил ассасина как раз. А это бомж ударил ассасина. Ну, ты, конечно, хорошо шел, там уже 5 городов захватил, да? Там, если бы у тебя было еще немножко золота, там, когда Бир пошел в верхний магазин, то если было реально золото, там расчистил бы этот заслон и просто забежал бы в город, и можно было бы победить, попытаться за счет этого, за счет захвата городов. Да, 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 я поздно об этом тоже узнал. Из вас там, по-моему, никто почти охрану в городах еще не выставлял, там залетай просто, не хочу. Я ее начал выставлять только когда 5 городов захватил, смотрю, мне один остался. Мне надо защищаться. Так, а скажи, Дед Максим, Бир, а
чего ты так поздно захватил этот город, который сверху был там? Он вроде нормально захватывался побочным от этого героя. Видишь, я пошел вниз и как-то не ожидал, что там такой заслон будет. Там получается, видишь, на карте сделано, что мне нужно было идти по верхним городам, потому что мне это проще было сделать, потому что не было гор. Получается, у меня вот этот замок, который я последний захватил, он отделяется от нотариуса. Ну да, там есть горы небольшие. Вот. А нижний у него был захвачен. И я вот как раз хотел на него нападать, на нижний город, но он меня опередил. Поэтому я решил просто наверх уходить. Так, по поводу карты. Как вам карта ученика? Я тут ее, конечно, исправлял. Там вообще до капитуляции в целом цель была, или развал столицы. Но по сути получилось так, что нейтралы закончились, и вы вынуждены были уже между собой драться. Да, они достаточно далеко расположены друг от друга. Тимур, у меня только один вопрос маленький по поводу саммонов и по поводу мореплавания. Свиточек. Свиточек, один свиточек хотя бы. Ну, я в основном, вся идея в том, чтобы все расы пользовались только какими-то своими преимуществами. Вот, если бы у тебя было мореплавание, то ты бы пробежал полкарты, ускорился и напал бы на него. Ну да, да. Согласен. Ну, вот чуть-чуть саммонов хотя бы не хватило, чтобы разведку провести. Разведку начал только в раме, когда вот, ну, его вора увидел, что он уже рядом. Ну, у тебя экономическое преимущество было, когда, ну, ты там на 3 рудника, по-моему, по золоту опережал, и ты мог реально там и ворами лететь. Тоже в центре источник с манной жизни, тоже там как-то ты на него подзабил, что ли. И еще тут на карте как-то мало своей маны. Я вот только один нашел, и один, получается, спорный я видел. Это достаточно мало, мне кажется. Ну вот тебе из этого на быстроту не хватило, в конце концов. Да, я вот ждал, но так и не дождался. Ну, быстроту еще хотел, в смысле, с ускором напасть? Да. Он же на маны не было, да. Много вариантов было. Я хотел напасть на город, считай, вот ты там сидел, я бы напал, отступил героем, раздамажил бы у тебя просто по максимуму всех. Угу. И просто с ускорением бы отрезался и еще раз напал. Я но еще мне почему... не хватало. Последние ходы все, ну, рвался в бой, потому что я понимал, что мне до апа далеко, ну, там косарь каждому опыту надо, чтобы апнуться, и мне надо вот сейчас вот драться. Тем более я понимал, что если я дам баночку от земли, там забафуюсь и первый нападу с ускорением, нормально все будет. Но вот недооценил я немножко способность гномов. Ну ладно. А чего Наториус еще не подумал, чтобы пойти, может, закрыть его под столицей, там все эти рудники отжать, или уже хотел именно быстрее заканчивать, типа? Был такой вариант, но ты помнишь, там был еще город у него, и там герой второго уровня и с арбалетчиком. То есть просто так бы я его не пробил. Вот такой вариант еще был. То, что... Я его магом, я хотел магом на него напасть, но думал об этом, но я до него не добегал. Поход надо было тратить. Я и так, как только не прикинул, не получилось. Ну там тоже щепетильная ситуация. Бир мог побежать налево, там тоже твои города начать отжимать. Поэтому нам очень удачно было именно то, что преимущество в 5 в 1 по городам. Ну, можно было еще, конечно, зачилить, подождать, там, есть рядом лагерь наемников, закупить там просто несколько отрядов и пойти выкуривать вот там со столицы. У меня даже был такой момент, когда я думал, может, на столицу вообще пойти, посмотрел, что в столице сидит, думал, может, там слабые. Нет. У меня в столице нормальные эти сидят. Да, я посмотрел. Ну, там идея ученика по захвату столицы, там в локациях, в которые вы не добрались, там на севере, на юге, там типа топовые банки и все остальное лежит. Поэтому как-то так. Ну, идея была такая, что захватываешь города и паришь, и типа все увидел и начал поджимать. Но не дожал. Еще вор отравил. Вот это вот, возможно, тоже зарешало чуть-чуть. 70%, да. Да ладно, он у меня единственный, кто добегал из воров.
Ну я там еще думал, что как-нибудь зафейлишь нечаянно, там вор закроет тебе проход, да, и да, останешься просто, и все. Смотрю, вычислял. Не, нормально, как раз хватило мне там добежать героя. А что еще ж... вопрос, у нас в дальнейшем тоже карты будут большие? Ну, это небольшая, это 72. Сыграли тоже даже меньше 4 часов. Я просто не особо, видишь, любитель больших таких карт. Ну, на турнире будут 72 и пару 48. Поэтому такое. Ну, в смысле, что больше вот не будет? Прямо вот нет, 96 точно не будет. Ага. Что, я думаю, что все, наверное? Ну да, наверное, все. За игру. Спасибо, ребята, вам за игру, за контент, большое, который сделали. Ну, самое, я думаю, пока... мы порадовали. Да, самая напряженная ровная игра, пока, которая из всех была. Мишаня, удачи тебе, будем следить и болеть. Спасибо тебе тоже. Все. Давайте, всем пока, пока. До свидания. Ну хорошо, хорошо сыграли, да? Хорошо ребята сыграли, достойно оба. Там и тайминги хорошие, почти, ну, идеально по продвижению по карте было. Оценивали здраво свои силы, захватывали города. Ну, именно я имею в виду Т4. Вот. Мне понравилась игра. Надеюсь, вам тоже. Так, давайте чекнем уведомления еще в конце. Так, ну что ж, мы отправляем деда Максима уже в основной этап турнира, поздравляем его. Прошел отборочный, так сказать. Ну и так еще попались оппоненты реально. Получились довольно равные. Дальше, что нас ждет? На завтра, на субботу, на вечер договорились играть Мефистофель и Алексей Стуков. Он же Кор Ангар, который прошел дальше из-за дисквалификации своего оппонента. Вот. Ну и еще вся следующая неделя у нас, наверное, будет в отборочных. Посмотрим там день через день, как игроки будут договариваться. Евген Скорпион скоро приедет, тоже в отборочных участвовать будет. Поэтому еще нормально. Игр интересных вроде должно быть много. Так, ну давайте тогда еще, в конце концов, ссылочки закину вам. И на этом будем закругляться. Вот, держите, господа, свеча. Господа с Good Game тоже держите. Вот, ну если завтра никаких там форс-мажоров не будет у игроков, то, соответственно, приходите завтра тоже на вечер. Примерно в то же время, 6 часов, наверное, может чуть раньше, чуть позже, будет игра. Возможно, захватывающая, возможно, в одну калитку. Посмотрим, может быть, Кор Ангар что-нибудь подготовил к этой игре. Вроде как Мефистофель, такой прошаренный, опытный игрок, который и Вайтера разваливал. Меня, наверное, тоже развалит. Поэтому такой тоже один, наверное, из темных лошадок турнира. Наверное, будет что-то интересное. Рекламу не забывай. Все, я уже рекламный контракт отработал. Так скажем. Ладненько. Не буду больше вас задерживать. Спасибо, что пришли. И увидимся на следующих стримах. Пока-пока.